Го, блядь, негатив в дверь. Нет, ребят, нам сначала надо пробежать и закрыть здесь обычный этот. Он хуже Лоста? Ну, я вообще... Из того, что мне рассказали, мне уже не нравится за него играть. Хотя я за него не играл. Из того, что мне рассказали, это прям, блядь, ёбаный геморрой просто. Поправьте, если я не прав. Поэтому по описанию он прям... Мне прям не нравится. Блять, управление двумя челиком... А, я не прав, да? Иммортала получили. Неплохо. Иммортал неплохо. Ну, два ключика сойдут. Ой, блядь, здесь еще. Наверное, не достал на самом деле, я так поставил. Так, ну нам. Нам здесь ничего не надо, но мы ничего и не купим. Бля, надо было на самом деле заманить его. И взорвать его, этой, стену. Так, отлично. Говно. Так, мы не пойдем в эту дверь, мы сейчас идем по другому пути стандартному. Говно. Так, вопрос теперь в другом. Ну да, я, наверное, не буду. Раз, два, три, четыре, пять. Нет, не буду. Думал, может быть, шипы раздолбать, но надеяться, что там соулы сгенерятся от хитов. Не очень охота. О, отлично, камбуха. Мы, наверное, с вами, даже не знаю, конечно, в идеале взять протектор, но если мы хотим успеть везде, куда надо, то, наверное, лучше взять Библию и быстро разъебать. Хотя, давайте возьмем протектор, ладно. Тоже с ним быстро разъебем. К тому же проабузить можем. Еще. Блять, просто книг дохуя. Говно, цитата Сергея Бирюков. Не понял. Блять, хуйня, конечно, полная. Хуйня. Так, у нас сейчас торговля будет. Может быть, сможем конвертер взять какой-нибудь. Или бесплатно предмет, по факту, который дает сердца. Но мы с вами объединим продажу с регеном одновременно. Говно, цитат Сергей Бирюков. А что за... Чего цитаты мои распространяете, чат? Что? Вот лучше такую распространите. Чат говно. Цитата лучший стример. Не? Чё не распространяем чат?
Чат молодец. Кто подложил мне эту крылатую свинью? Предсказуемо. Кстати, я помню, тебе уже говорили, что альтернативный лост без Холи Мантла, но тебе не говорили, что Холи Мантл за альтернативного лоста вообще не выпадает, а сразу ролится. В плане сразу ролится. Мне говорили, что он без Холи, но... Так, у нас аж целых два контейнера. О, блядь, это надо брать. Кстати, сакрифайс получили. По-моему, замечательно. По-моему, просто отлично. Поехали. Чат хороший, Сергей Бирьков. Я сосу письки, Сергей Бирьков. Вторая цитата больше похожа на меня. Дураком, выйдем отсюда. Так, давай. Нет? Неужели? Или не достало просто? Нет. Просто нет. Feel lucky. Нет, давайте возьмем бомбы. Нам бомб не хватает. Готов. О, это того стоило. Очень много денег. Ключей у нас достаточно, в магазин зайдем. Завали хэлло, манда. Хорошо. У альтернативного лоста предметы делятся на атакующие и защитные. Защитные не появляются, а ролятся на атакующие. А, блядь, тогда это не... Лол, так это... А чё ж тогда все ноют? Это же вроде не проблема тогда. Либо я что-то не понимаю. Блять, амнезия. Окей. А, бля, задевает теперь, да? Понятно. Так, раз, два, три, четыре, пять. Конечно, если мы хотим к мега-сатане, нам бы с этой хуйней разобраться. А вот и трипл-шот, блядь. Да, это жестко. Нам бы контейнер тогда, чтобы через него на шипах сыграть. Так, ну что нам надо? Тогда давайте заберем раз. Заберем два. Пару ключей нам тоже пригодятся. Так, тут там что? Все нормально. Сейчас после босса глянем. Может быть, реально рискнем и... Или других шипов дождемся. Вот это прям идеально вошло. Трипла и иммун, пока мы заряжаем. Прям самое оно. Ну окей, ладно. Пойдем без тогда. А папин ключ мы еще не заанлочили вроде бы, да? Да, папиного ключа у нас еще не может быть. Хуйня, проебали только половину. Вообще, мы здесь должны изи пройти, потому что я взял речардж от дэмэджа специально под книгу. И нам бы в идеале, конечно, прям и делириума пиздануть бы. Надеюсь, нам войд выпадет. Тут ничего. Справа, наверное, не хочу проверять.
Очень много времени, конечно, тратим на зачистку. На босс-раш мы можем не успеть, но босс-раш у нас закрыт у этого персонажа, поэтому нам главное успеть на Хаша. А для Хаша нам, конечно, нужно обязательно достать где-то атак спид, потому что даже с речарджем либо нужно очень много хп, мы не успеем его передамажить. А нам придется находиться, ну, прям в упор к нему практически. А вот, кстати говоря, и Тирсап пришел, но, правда, из-за коэффициентов у нас... Блять, голова упала, сука. Так, ладно. Нет, с головой мы играть не можем в нашем сетапе. Это очень опасно. Еще контейнер. Пойдемте еще чекнем. Обычную секретку скрывать не будем. Блять, ударился все-таки. Unlockage, unlockage. Ебать, блять, конечно, с нее. Это инстакил, наверное. Так, обычная секретка, поехали. Папин ключ уже открывает, когда собираешь две части ключа. А, блядь, да, тогда может быть, наролим его даже как-нибудь. А, ну мы тогда будем без этого, сука. Надеюсь, мы его наролим после Хаша. Найс, комната бомжей. Так, ну если там будет пятерка, даже не знаю. Четверка же меняет артефакты, да? Пойдем глянем. Опять хуйня, сука. Ну ладно, хотя бы зарегали на себе часть мамы еще одну. Абсолютный посос был, проебали ключ с бомбой, забрали две монеты, это дикий экономический урон по нам. Очень сильно проебались, но мы не знали. Камень-сокровищница, поебать на камень-сокровищницу уже. Я его уже ебанул, блядь, и пожалел об этом. Лучше бы нахуй я его не замечал. Так, теперь нам, наверное, если мы хотим с вами пойти на босс-раш просто за айтемом, да? Нам надо чуть ускориться, но при этом нам нельзя пропускать сокровищницы и магазин. Иначе мы будем терять темп буста. А нам он еще очень нужен. У нас хорошая база, но она немного недоработанная. Поэтому нам бы на самом деле залутать. Для того, чтобы закрепиться... Ой. Ну, давай. Просто, блядь, полный посос. Даже флаев не дала. Прям очень плохо было. Но, блядь, кто-нибудь тестировал триплу, брим и молоко? Такое. О, бля. Блядь, столько костров и в молоко. Блядь, охуеть, да я не верю.
Бля, да ну нахуй, лол. Нет, реально охуенно. Бля, чат, без рофла. Ладно, я понял, что хуйня, идите в пизду. Бля, долбоёбы, опять меня троллите, да? Идите нахуй, чат. Да-да-да, без рофла круто, да-да-да, нахуй иди, понял все. Я уже понял, может не троллить. Ой, блядь. Клянусь всеми херами великих богов. Это ж записки мастера Балтимора. Откуда ты их выудил? Нихуя себе, как быстро зажили у тебя раны. Так я ж говорю, я собака. Я собака, ты собака, я собака, ты собака, я собака, ты собака. У меня брат недавно умер, даже не знаю, что делать. Теперь без него. Вот позавчера, считай, он жил, не тужил. Мужиков, блядь, господи, сука, я думал, реально сообщение про то, что у чувака брат, блядь, умер. Идите нахуй, чат. Бля, очень много времени проебано, но... Давай. Полностью окупили вообще идеально. Жалко, сверху еще ничего не получили. Так, это мы еще в магазине не были. Магазин еще нужен, бля. Так, отлично, магазин есть. Блять, красный этот, конечно, да, но нет. Да, но нет, да, но нет. Давай деньги зальем. Хотя есть еще один магазин, зальем уже там. Я надеюсь, я его... Блять, мама, господи, долго, долго, долго. Бляй, мразь. Ну, босраж не обязательно, но... Хотелось бы попасть... Окей. Увы, хуйня. Серега, у меня отчим ебёт мою мать, а не меня. Что мне делать? Это нормально? Ну, я считаю, что ненормально, надо в комитет жаловаться. Вот. А это что такое, блядь? Какая-то дверь ебать здесь сразу. Наверное, этим лучше сейчас, конечно, не заниматься, но... Вообще не то, что надо. Да, походу не успеем. Урон не добавляет Blue Fox, а режет на 30%. Пиздоболочь ебаный. Да ёб твою мать. Блять, ты будешь, мразь, взрываться или нет? Ты играл на стойку Айзека? Нет. Бля, без кони... Нихуя себе, спасибо, папаша.
Бля, жалко, не та карта, которая телепортирует к боссу, нахуй. Блять, ебучая хуйня, которая тратит мое время. Есть еще, конечно, небольшой шанс. Нет, вот с этими ебучими долбоебами, блять, шансов ноль. Так, нет, все-таки не ноль. Блять, напомните, это что у нас? Это explosion или это damage up? Я не помню. Хех, заигнорил ласт концовку. Хех, мы ее уже выполнили, блять. А, взрыв все-таки, да? Блять. Давайте шарм тогда возьмем. Ты меня бесишь. Он нам поможет. Такой эксперт в чат ворвался, типа разбирается такой, хех, блять. Заигнорил ласт концовочка такой, опа, блять. Я тут как бы шарящий, бля. Ласт концовочка бы скипнута, ха-ха-ха, да. Нас, например, наверное, и не знает, да. Сука. Не открыл вас, но он имел в виду через этот, блять, пройти, господи. Через альтернативный путь с DLC. Заигнорил. Бля, на самом деле надо быть осторожными, пиздец. И не сдохнуть здесь. Бля, у нас, конечно, есть... сердца, но... Блять, об говно обжегся. Так, самых противных разъебываем в первую очередь. Блять, давай, вскрывайся. Ну, где еще, блять? Шарм, конечно, помогает. Красивым быть выгодно везде, ребята. И в жизни, блядь, и в игре. Но вам это вы не сможете это понять. Хорош. Нормально, блядь. Шарм просто отлично работает. Нормально. Ой, блядь. Искал,
Искал стрим Айзека, я наткнулся на твой канал. Не думают три козрителей. Может, чел шарит и играет клево. А что я вижу? Сидит какой-то дед с клешнями и делает вид, что умеет играть. Тебе с таким уровнем игры только в Sims 3 играть или Доту. Я с тебя вообще в ахуе. Как тебе только как тебе только еще в дом престарелых не отдали? Блять, извините, ребят, что надежды ваши разрушил, да. Вампирик у нас. Вампирик у нас появился. Ну, он нам, конечно, как мертвому припарка, блядь, вообще нахуй не нужен сейчас. Так что да, ладно. Карту юзай. Я не хочу выходить из этажа. Нахуя мне юзать карту, блядь, которая отправляет меня в магазин? Карту мы заюзаем вообще на хаше, когда у меня... Если у меня ключей не хватит, на всякий пожарный пока оставлю ее. А, ну хотя вот ключи фармят. Блять, а ключ мы так с вами и не высрали. То есть мега-сатана у нас идет нахуй. Хотя если здесь сейчас шипы найдем, хотя, блять, торговать ХП, блять, когда у нас нет нихуя. Хуевая затея, честно говоря, это нам не нужно. Супер. Могли, конечно, выйти бесплатно, но... Пока оставим. Хотя, да, уже можно было бы выходить. Та-та-да-та-да. Та-та-да-та. Вообще, нам надо ускориться. 24 минуты. Блять. Бля. Сейчас я, блядь, ускорюсь и проебу нахуй все хп. Блядь, ну как назло, да, здесь у нас есть шипы. У нас нет ресов на них, увы. Так, ну давай, играем через этот. Отлично, здесь забрали. Так, сила нам будет нужнее тогда. Мы забираем силу, и тогда мы забираем... мы забираем хард как раз на... Как раз на хаша. Блять, давайте, наверное, еще. Сейчас еще вернемся. Стараемся слот высрать себе. Бля, жадный автомат, пипец. Так, хипулька есть. Отлично, раз, тут хуйня, но скорость понадобится. Так, еще одна комната, и пойдем еще раз попробуем трайнуть. Бля. А, ну даже так есть, окей, попробуем трайнуть даже вот сейчас, вот сразу стукнемся о нем. В него. Ясно. По времени вроде бы... Понятно, вроде бы нормально. Ой, блядь, надо было назад пойти, нахуй я пошел сюда-то. Ошибочка, блядь. Бля, ну пожалуйста, а. Спасибо. Большое спасибо. Пойдем. Камень поебать. Потому что я не хочу открывать, блядь, полароидом. Ничего, я уже тысячу раз, блядь, объяснил, что я этого делать не буду. Мы идем по другой хуйне. Так, давайте на сундуки красные.
Ера, окей. Еще бы контейнер забрал, бля. Главное по времени успеть. Хорош. Еще Ера. Ну все, не будем здесь испытывать судьбу. Зарядим. Все. А, стоп. Да. Отлично. Блять, не туда. Хорош пока. Блять. Лети к боссу? Нет, я от босса хочу. Так, там сзади синее сердечко я не подобрал, ну ладно. Bad guess. Бля, здесь еще это ебаное проклятие. Ну ладно, может, оно нам даже поможет. Вроде бы идем правильно. Как будто бы. Как будто бы да. Поебашили. Так. Конвертер. Отлично. Ой. Забирай. Побыстрее, блять, можно? Спасибо. Так, чат. Ой, блять! Это была ошибка. Ладно, может быть и нет. Может быть, нафартит. Блять, нет. Нет, не нафартило. А, ребят, что это за хуйня? Вот эта хуйня, что такое? Скажите, пожалуйста, вот. Это что-то новое. При убийстве врага... Блять. Ну давайте, ладно. На месте убитых, да, я понял. Блять, на самом деле нам сейчас будет очень неудобно, я вот что скажу. Ой, вот это я хорошо купил, ебать, кто бы знал. Могли бы уже зарядить. Давайте заранее, я думаю, мы урон получим еще. Ну, конечно, ой, мы его, блядь, долго пилить будем, пизда. Ой, блядь, да.
круто. Бля, жалко, из них петы не появляются. А, определенное количество максимум может быть, да? Правильно я понимаю? Здесь ограничения. Есть кап. Чтобы не было читерно, так понимаю. А, намного больше может быть, да? То есть мне просто не везет. Ой, блядь. Просто спрячемся за этим. Он будет блочить и кастовать. Да, будет блочить и кастовать будет сейчас. Ой, бля. Нормально. Конечно, Immortal просто, просто лучший. Блять, далековато встали. Ой, блядь. Так, ну у нас проход, мы сейчас закроем внизу. Там у нас Войд. Так, иди сюда, кушай. Юзай Библию на сатану и откроешь альтернативного Азазеля. Он так открывается? Суицидом на сатане? Почему иногда некромикон срабатывает? Потому что в Иммортала попадают слезы, и он кастует. Нормально, он кастует, короче говоря, эту штуку. А, наебали, понятно. Наебали, ясно. Очень круто, ребята, классная наебка. Бля, я, кстати, книгу там забыл заюзать и очень много хп проебал просто так. А сколько у нас от кота предметов? Кто-нибудь помнит? А чат? А, один? Бля. Плюс контейнер. Блин, на самом деле надо поискать. Ладно, черепков пока убивать не будем. Так, это попозже сделаем. Оставим. Так, это нам не нужно. Thank you.
карта. Ага, давай. Нет, мы играем не на харде, мы закрашиваем поэтапно контент. Если мы будем играть на харде, просто два раза будем меньше играть. Так, давай тогда сделаем так. Кушай. Спасибо. Ну давай мне слот. Давай слот, давай. Давай. Вижен. Заезжаем сразу. Так, карта силы. Ну, можно использовать на боссе. Потом вернуться за этой, за Ерой. Так, смерть. Сейчас зачистим большую комнату ей. Вот и слот. Супер. Так, идем сюда. Это забираем. Здесь карты зачищаем. Все равно у нас лишнее. Окей, ничего больше нет. Так, берем силу. Угу. Ну, это нам нужно, давай. Блять, печаль, беда. О! Ага. Что за предмет справа, чат? Что за предмет справа, чат? Какой-то тоже непонятный новый. Не, ну я серьезно. Я не собираюсь выкидывать руку, чувак. Я специально ее оставил. Так, каждый раз, когда вы получаете повреждение, вы получаете speed up и tears up. Стата увеличивает... А, стата сначала увеличивается немножко, и каждый раз скейлится, каждый раз, когда мы получаем повреждение. Плюс 0.25 tears up до 0.7 пока. Эффект максимум до плюс 3 tears up, плюс 1 speed up. После получения 6 раз повреждений. Это даст вам максимально возможную скорость. Ага, до следующей. Блять, ну, хз, честно говоря. Я не уверен, что хочу контейнеры слить на это. Вот и все. Я не уверен, ребят. Так. Ой. Блять, зачем я это сделал? Насколько из 10 оценю? Ой, блядь, так, погоди. Не трогай нахуй, не трогай, блядь. Тихо. Попробуем сохранить карту. Еще и нарегенить этих. Так, до босса мы еще дойдем, окей. Надо, кстати, было сделать наоборот. Надо было сначала применить обилку, а потом продымажиться. Опять я все неправильно сделал, ладно. Не-не-не, мразь! Не трогай, блядь. Не трогай, нахуй.
Идем дальше. Ну что, мы с вами задефались. Очень хорошо. Разъеби босса и все. Так мы дальше пойдем. Я, может быть, пойду на этого, на... Если повезет, может, Войд отспавнится. Понятно, лак минус. Ой, блядь, все равно заспав... Так. Играть не будем. С этими, конечно... С этим, конечно, анлакичи небольшие. Так, пойдем. Блять, Войд здесь, но нам на самом деле не, нам не нужен сразу Войд. Я что-то это приберег. Так, теперь нам нужно выкидывать нахуй руку. Пойдем, блять, будем надеяться на Войд там. Охренеть! Просто поверить не могу. Ты что, со своим хуем мозгами поменялся? Но здесь Еру нет смысла использовать, потому что мы здесь будем обменивать на ХП. Еру, наверное, лучше попытаться использовать в дубликатном сундуке. То есть два сундука, если дропнем. А, мы два сундука не дропнем. Ну, короче, в обычном сундуке. А, ну если только на выбор. Ну, давайте, да, если только на выбор, действительно. Давай. Хуйня. 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 Ну, блядь, ну нет. Нужно. Блять, так, получается две у нас, да? Ой, блять, делаем так. Микрофренд, микропенис, походу, нашли. Бля, ебать. Супер, хуйня упала. Хуйня, блядь. Я вот думал, мне не пригодится вампирик, а он, блядь, пригодится в итоге. Ой, блядь. Ладно, сразу Таурус. Бля, где эта хуйня? А, у нас же 2-0, у нас будет постоянно активироваться Таурус при входе в комнату. Всегда. Блять. Переборщил. А Бримстоун, ребята, увеличивает дальность сейчас? И не переделали его, если я возьму?
клянусь бородой увеличен, Буратино. Да? Но... Еще хочу сделать тату вокруг шеи в виде шрама. ХЗ, почему люблю боди модификации, но никогда это супер аляпис. А когда всего понемногу и гармонично друг с другом смотрится, люблю сдержанный стиль. Ну вообще у тебя планы охуеть, урка. Привет, сладкий стример. Стример, я нарастила клыки, теперь я вампирша. А еще мечтаю, когда это будет сделать, все красные светящиеся радужки глаз. Блять, нихуя себе. Ты вправду, блять, что-то любишь супер модификации тела. Ебануться нахуй. Палки гнутся. Я бы на такое не решился бы. Может и вправду ты пизданулась, блять, из-за аниме? Нахуй, а? Урха. Аниме, блядь, пересмотрела, ёб твою мать, и все. Теперь, блядь, хочешь как свой любимый персонаж быть похоже. Так, давайте возьмем. От аниме все проблемы, блядь. Так, забирай. Чё-то, блядь, я надеялся кота дособрать. Походу игра говорит нахуй иди. Ну да. Блядь, погоди, телепорт! Чат, мы можем телепортом залететь же к этому, по-моему. Нормально. Попытаться потом. После босс-файта. Так, еще слот. О, золотой не можем. Разве? По-моему, мы уже так делали, я помню. По-моему, мы уже как-то так делали. Разве нет, чат? Ой, блядь! Я забыл, что у меня Таурус, и в итоге я книгу проебал на эту хуйню. Пиздец. Ну ладно, ничего страшного. Сука. Не появился. Не появился Войд. Го попробуем скрыть секретки с маленькой-маленькой вероятностью высрать там. Высрать там, ребята. А вдруг папин ключ? Так. Ну, хуй там было, я так понимаю. Так. Понятно. Понятно, бля. А там вроде маленькая зарядка, да? Ну ладно, попробовать стоило, почему нет? Все, чат. Привет, дед, насколько из 10 ты оценишь? На 10 из 10 на самом деле. Все идеально. Джу76, что у меня с лицом? Скажи, пожалуйста, блять. Что, блядь, у меня с лицом? У меня все в порядке, блядь, чувак. Оно прекрасно, это правда. Это правда, демон бэйби. Так, чё, чат? Я не знаю, челлендж пойдем опять закроем?
It's in the cards. It's in the cards. Пойду еду разогрею. А поднимите на челлендж. Поганая рана. Нарвался на утопца? А тебя ебёт? Ого. Ты думал, это Урха? Конодиода. Врии. Капа. Нет, вообще я Тетуху. И еще некоторые модификации хотела давно, очень давно. Просто ща я сильная и независимая, а еще я жду, когда будет киберпанк Иру. Здесь чат. А если в чате мужики не мальчики, а именно мужчины, уверенные в себе, красивые, с кошельком изи, готовые подарить красивому мальчику мне сап, бля, я думал, там про девочку будет, ребят. Походу вы просекли, что в этом чате нужно просить не от лица девочки, а от лица мальчика. Но это вроде бы несложный челлендж, на самом деле. Сейчас, ребятки, я кушаю, пока можем поговорить с вами. Собираешься ли ты проходить? Я Ведьмака 3 бы уже проходил. Спасибо, Денис Сергеевич, за подарочную сапку, бро. Ты думал, это Урха? Конодио, да, ври. Капа, нет. Вообще, я Татуху и еще некоторые модификации хотел давно, очень давно. Просто сейчас я сильный и независимый, а еще я жду, когда будет киберпанк ИРЛ. Блять, ты не доживешь до этого. Сорян, но ты до этого не доживешь. Часов 20, Фросен. Это угроза? Нет.
Спасибо, Денис Сергеевич. Еще раз. Да, слышал, Лолху. Планирую поиграть. Спасибо, Оливия. И тебе, если кушаешь. На прохождение, ребята, Айзека еще будет очень много стримов. Еще очень много. Drew76, у меня был грим. У нас есть мем 5 апреля. И этот был грим в честь него. Полина делала, да? Го грид после челленджа? Хотите грид, ребят, после челленджа? Я так понимаю, большинство. Большинство, да. Окей. Смотрю твой стрим неделю и могу сказать, что надо что-то менять в твоей жизни. А ты знаешь, что такое коррекционный? Заняться спортом, сделать ребенка. Старина, я видел всего пару первых ранов и вообще нихуя не понимаю. Объясни, че вы уже прошли по сюжету. Какие концовки видели? Пожалуйста. Всех люблю, целую, Бломи. Ну, концовок мы уже несколько видели разных. Че по сюжету? Ну давайте я расскажу основу. Есть такой парень Айзек, живет он с мамой. Мама, блядь, набожная пизда. И, в общем-то, однажды с мамой начинаются говорить голоса под видом Господа Бога. Ну и они говорят: Айзек corrupted. Пора с ним разобраться, а то его душа. Короче, пизда Айзеку, давай уже, ну, займемся его. Его, блядь, душой. Ну и она решила отобрать у него игрушки, заперла его в комнате. Ну вот. Ну и, в общем, так жил себе, поживал Айзек. А потом голос ей говорит: докажи, что любишь меня, грубо говоря. Убей Айзека. Докажи свою любовь. Она говорит: конечно, my lord. Я сделаю все, что угодно ради вас. Врывается к Айзеку с ножом и собирается его зарезать. Но Айзек, испугавшись, начинает искать выход из этой ситуации и находит под ковром у себя в комнате проход в подвал. И тут и начинается его приключение. Именно по этому подвалу мы и бегаем. На самом деле там много еще чего другого, но просто концовки у нас идут не совсем по порядку, поэтому я буду рассказывать
уже в процессе. А, вот, ребята, давайте посмотрим, пока я ем. Я ем плов. В общем, здесь... Давайте сейчас я еще другие покажу. Эти же. Сейчас. И я скажу. Да, Эльбарта. И вытираю о кота. Смотрите, смотрите. Что каждое означает? Они все означают одинаковые вещи. Там есть только один большой посыл. Сейчас я расскажу. Большинство этих концовок, которые вы смотрите, они не имеют никакого прямого смысла. Это комплексный смысл. Это комплекс концовок. Сейчас. Сейчас досмотрим концовки с сундуками, я скажу. Вот это еще значимая концовка. Вот это значимая концовка. Смотрите. Смотрите. Значит, в одной из концовок с сундуками мы видим, как Айзек находит что-то и постоянно меняет свою внешность. А также мы видим, что в сундуках он находит постоянно предметы, с которыми потом что-то происходит. Айзек, грубо говоря, играет. Проще говоря, все персонажи, но это и так понятно, которые у нас есть, это и есть сам Айзек. И все, что он находит в своем сундучке. Но сундучок в этой истории является крайне важной хуйней. Вот сейчас вы увидели концовку, где Айзек в сундуке нашел труп. Что это за труп? Сейчас мы до него дойдем. Это очень важный момент. Айзек в сундуке находит труп. Делириум и все остальное, это как бы уже... Так, я не помню, это она была, десятая, по-моему, вообще. Сейчас. То есть все, что происходит, все, что мы находим, эти предметы, вот это все, вся эта штука... Да, это мы... Это десятая была сейчас, одиннадцатая. Сейчас. Сейчас.
Некоторые концовки, конечно, выглядят немного так выбивающе несерьезно. Ща. Вот, вот еще. Еще одна объясняющая концовка с сундуком. И он оказывается в комнате своей. Он заходит в сундук и запирается в нем. Закрывается. То есть все это к чему? Делириум, безумие, с которым мы боремся, все происходящее, плод пока что, вот так будем объяснять, плод нашего воображения, плод нашего безумия. Мы, правда, уже увидели концовку, что все несколько иначе, но на этом этапе это должно восприниматься именно так. Все персонажи, это и есть Айзек, Магдалена, все, которые есть, это все, все тот же самый Айзек, все игрушки, которые он использует. Блять, огромное спасибо, Денис Сергеевич! Игрушки, которые он использует, мир, в котором он путешествует, все плод его безумия, все плод его бреда на фоне того, что происходит в его семье, на фоне того, что происходит с его матерью. Едем дальше. И тут Айзек смотрит в зеркало, открывая книгу, Библию. И он воспринимает себя как зло. Как причину бед, происходящих в его семье. Он понимает, что он зло. Он еще раз смотрит на сундук и... Так, секундочку. И решается, ну как бы смотрит и думает, пока так это будем говорить, да, смотрит и думает. У нас сейчас нет 14-й концовки, давайте пока это оставим. Давайте пока это оставим, у нас нет 14-й концовки, пока историю оставим на этом фрагменте. То есть у нас Айзек, мы что поняли, что Айзек это все Айзек. Нет никаких Магдален и так далее. Все предметы, весь пиздец, который он находит, забирает своего сундука. Происходит бредовая, безумная игра, идея. Айзек ознакомливается с Библией. Решает, что он есть зло. Решает, что он есть что-то плохое. Он еще раз смотрит на свой сундук. И все. У нас есть другие концовки, мы не будем их сейчас смотреть, потому что... У нас нет 14-й концовки. Поэтому пока оставим так. 14-й, 18-й и 19-й. Блять, я рад, что у тебя у долбоеба со зрением все в порядке. А то мы нихуя этого не видим. Я думал, у меня только 14-й нет. Так, спасибо большое, Денис Сергеевич, за 12 подарочных сабок суммарно. Огромное... А, тебя еще и нет в этом. Так, давай так. Давай так. Давай так. Почему он голый? Это не стоит воспринимать как, это просто нюанс стиля. Ты еще спроси, почему у него огромные глаза и он не похож на человека. Это все нюанс, нюанс стилизации, нюанс подачи. Не более того. В этом не нужно искать никаких скрытых смыслов, там их нет. Так, ну что, чат, поехали, челлендж. It's in the card, по-моему, cards. Называется так. Почему у него огромные глаза, и он не похож на человека, да. Так, сила, эти мы попозже возьмем, Дэвила оставим, да? Пойдемте сразу. У нас здесь один из самых полезнейших предметов. Сразу дается на старте, это карточная колода для Симона карт. Дополнительный кармашек для ношения карт. Обычно мы можем носить только одну карту. С помощью дополнительной колоды мы можем носить, блядь, две карты. Так что да. Так, дубликат мы возьмем потом. Но здесь можно сразу шипы попытаться долбануть.
Челлендж будет недолгим, мы идем к маме. Серега, я охуел, мои одноклассники говорили об Антихристе. И от чего-то я охуел, от того, что они вели диалог об Антихристе или что? Как бы твое охуевание было в чем? И чё, да. И чё, тоже непонятно. Пишу, что мать забрала у Айзека одежду. А, да, кстати говоря, вполне. А, да, она же там все забрала у него. Да. Да, точно. Верно, кстати. Так. Ебанем это сюда. Сейчас решим с вами, будем ли мы доить шипы. Наверное, больше нет, чем да. Но если что, черепки мы вскроем. Голова сойдет. Хоть что-то. Так, что у нас еще? Самонаводочка не нужна нам. Так, ну, пойдем, наверное. Бустанем себе карты дьявола. Давай уже падай. Нормально, кусочек мяса. А, ну что, мы будем толкать? Мы будем, ребята, сливаться нахуй? Вроде бы есть карта силы с другой стороны, то есть еще плюс один. То есть надо просто понять, ради чего мы будем это делать. Бомба у нас есть, давайте вскроемся. Может быть, если там будут еще черные сердечко, может... Апнется. Блять, вообще пиздец, конечно. Unluckish. Раз, два, три, четыре. Вернее, раз, два, три, четыре, пять. Ну, на пять это мало. Шесть еще будет со силой. Ну, давай рискнем. Хуйня. Не повезло, должны были быть хп. Блять, опять не повезло. Блять, опять не повезло. Так, если там у нас сердце. А, у нас есть сердце тут. Отлично, у нас сердце тут есть. И сейчас глянем магазин. Да подождите, что вы ноете? Коины, ребята. С ангелом мы драться не будем. Мы просто комнату ребутнем. Да, есть, конечно. Нормально все, на самом деле, все отлично. А ты ныл, блядь. Вот и все. Так, единственное, что... регнуться надо по-хорошему. Так, давайте проверим здесь. Ладно. Карту спущу по-плохому. Отлично. Нам очень повезло с комнатой. Блять. Правда, с долбоебом тут не очень. Так. Юзаем. Забираем. Тут вообще можно было, видите, как отлично фигарить. Классно, да, обдаили просто первый этаж. Вот как мне нравится менеджментить в Айзеке, просто пиздец. Когда хорошо заменеджментишь, прям
вот получается, что ты уходишь с первого этажа просто с пиздецом. Просто как бы, блядь, уходишь ебануто. Поэтому менеджмент ресурсов в Айзеке это пиздец, это просто залог к язычным каткам. Макмиллан говорил, что Айзеку 5 лет. Замечательно. Наверное, одобряю, блядь. Сука, здесь попрошайка ебаный. На ключах. А, даже так, да. Так, сокровищница, это... Так, так, так. Силу оставляем. Это взрываем. Сокровищницы и уходим отсюда. По дэмэджу у нас отлично. Главное не получать урон, чтобы не выключать модификатор. Модификатор перестает работать, когда мы получаем урон короны. Берем карту. У нас опять правосудие. Забираем. Взрываем. Открываем. Пока все окупается просто отлично. А вот и босс. У нас 100% торговля сейчас. Мы здесь на фри вскрываем. Ну и пойдемте, наверное. Сразу же. У нас под модификатором призрак. Модификатор слабый. Насколько я помню, режет хп ему. Так что он умрет изи. Ой, блядь. Так, мы возьмем это после. Изейше просто. Просто изейше. Второй этаж. А здесь полный пиздец, на самом деле. Оставим хп ап. Может быть, сейчас будут еще одни шипы. Мы расторгуемся об них. Ключи. Не будем копить нихуя. Появилось солнце у нас на реген. Вот еще одни шипы. И мы начинаем... Мы начинаем торговлю. Два. Три. Четыре. 5. 6. Тут мы уже были. 7. Замечательно. 8. Ну, секреточку вскрыли. 9. Свич ангела. 10. Нам, в принципе, и то подходит. Так, ну давай уже по наглой сыграем. Может быть, All Stats Up. Колесница, а я, кстати, единорогом постоянно называл. World я сброшу, колесницу заберу. Хотя, наверное, солнце заберем. Да, солнце и колесницу заберем. Нормально. Что у нас здесь? Ваншот босса у нас тут. С ним не будем торговаться. Сюда. Просто так взял, она здесь не работает, потому что нет сокровищниц. Взял прост. Блять. Здесь, кстати говоря, Мейс ебаный. Возьмем ее, возьмем солнце тогда. Хотя колесница была бы лучше, если бы мы бы обменивались. Но мне лень уже. Берем контейнер. Нет, нам это не нужно. Пойдем дальше. Ключ.
У нас сейчас, по-моему, повышенный шанс на дроп Библии, насколько я помню. Нам Библию взять им, и можно зарашить уже. Так, две ноги. Две ноги, тогда делаем так, наверное. Вскрываем. Нет, спасибо. Дурак. Торгуемся. Окей, блядь. У меня лагает, не спамьте. Я сейчас больше буду спамить, будешь их так просить. Они же не понимают русского языка, они же дурачки. Когда чат просишь чего-то не делать, они делают то же самое в два раза сильнее. Хотя давайте, ладно. Да, не зря. Заодно подзарядим сейчас. Может быть, Джокера получим? Получили полет. Хуй с ним, пойдемте. Так, нам не нужно. Го в магаз. Не будем все зачищать. Шипы мы... Хотя шипы мы могли бы сейчас расторговать, на самом деле. Че это? Diamonds. Окей. Пойдем. Что по карте? Окей, еще ресурсы. Ой, блядь, ошибка. Ну, хара, повезло, повезло, повезло. Поспешил я. Нормально. Го дальше. Прочитал тут про Isaac 2, если инсайдерская информация виновата, нас ожидает новая часть франшизы, называется просто Isaac 2. Ее события разворачиваются в ближайшем будущем, примерно 2030 годы. Это позволит разработчикам реализовать весь... Блять, да-да-да-да-да-да-да, да-да-да, заебись, блять. Заебись, копернули нахуй. Спасибо, да не за что. Мой текст с телеграмма. Да, спасибо большое, не за что, ну все, спасибо. Чат, вы, блядь, настолько немощные, что вам приходится копировать текст из моего телеграмма, блядь, пиздец. Где же это? Ребят, напомните, что двойка делает? Помимо того, что вам пизды мамка дает за нее. Что еще она делает? Скажите, пожалуйста, напомните мне. Так, евро. Сила. Отлично. А, рерол пикапов, блять, мне лень будет идти. Мне лень будет идти. Blue map, да. Карта показывает. Ха-ха-ха, блять. Все, пойдем. Все нахуй, игра закончена. Спасибо четкам за это. Игра закончена. А с помощью Blue Map мы можем в 9 из 10 случаев знать, где босс. Хотя она босса нам не показывает. Но мы все равно будем знать, где он. Так что просто идем к боссу.
А, ну да, вот он, а вот он один из десяти. Тот самый. Тот самый. Так. Ребят, паста про обезьяну — это уже прошлый век, нахуй, понимаете? Прошлый, блядь, век. Можно что-нибудь поинтереснее? Чат, вы изживаете, вы исписались, чат. Знаете, вот у писателя есть такая хуйня, когда писатель исписывается, то есть отдает уже все, что он мог дать, то есть он уже все. Вот вы, чат, исписались, понимаете? Все, пасты, блядь, вы уже как старые долбоебы, которые пытаетесь быть молодежными, не можете нормальной пасты сгенерить. И уже не понимаете, какие пасты говно, которые вы высираете, а какие нет. Потому что у вас уже глаза замыленные. Вы все, чат, вы исписались. Вот эти переделки моего телеграма. Кстати, подписывайтесь на мой телеграм. У нас там все. Уведомления о стримах, бубнёж деда, блядь, всякая хуйня и мое мнение о всяком говне, о котором вы даже не задумывались. Да. Вам самим это будет неинтересно, но почитать со стороны иногда да. Приветик, чатика, дедуля. Привет, Lone Knight. В последнее время, правда, было мало постов, потому что я был заебан. Ну вот вы Вайзик хуярили целыми днями. И у меня не было особо времени. Пошла нахуй мама. Ну, в смысле, вот эта мама, не моя. Моя мама самая лучшая. И она ни в коем случае... Она любила только моего папу, и мужчин других не знала. Так что да. Давайте сделаем просто вот так вот. The Sun. И меня, да. Ну и тебя, конечно, да. Ой, блядь. А, ну все, тут нет файта. Благодарю, знавала я одного Владика. Блять, сука, ну и никнейм, я в ахуе. Спасибо, добро пожаловать уже официально, знавала одного Владика. С днем рождения и тебя с днем рождения, благодарю. Блять, на всякий. Камень я уже взорвал. Благодарю, Васимал, за 100 битцов. Немногословно, но все равно приятно. Большое спасибо за поддержку. Всегда приятно, когда человек просто присылает тебе... И просто потому, что ты классный, блядь. Наверное. Но это не точно. Бля, вот это босс ебаный. Ебаный он тем, что, сука, мне лень его обходить постоянно. Его надо на самом деле по этой хуйне пустить. По кругу, я хотел сказать, да. Осуждаю себя. Хуйня. Слушай сюда, горилла стероидная. Тебе жить осталось 4 года от силы, пока сердце не наебнется. Хули ты выебаешься, тебя бабы стебут за твой микрохуй. Ты решил самоутвердиться, теряйся отсюда, пока и тут тебя опускать не начали. Блять, опять унижение ебаное нахуй. Как я заебался, когда же я стану сильным, блять, и классным, чтобы показать всем тем, кто меня унижал, насколько они неправы, и уже начну их унижать в ответ. Чтобы они видели, над кем они стебались, какого... Прекрасного лебедя, блять, они стебали, когда я был гадким утенком. Когда-нибудь я воспряну, блять, и всем им покажу. У меня будет дорогая машина, классная тёлка. Наверное, какая-нибудь видеоблогерша, потому что они все красивые. И все будут знать, что я нормальный парень, даже лучше, чем нормальный. Выучусь на юриста, буду свою фирму, блять, держать. Защищать Эдварда Билла и рубить миллионы. А потом вместе с ним и с дневником... кататься по набережной Москвы. Вот так и будет, чат.
трусы. Вам нужны, чат? У меня есть лишние. Но я вам отдам только свои поношенные, а новые себе заберу, хорошо? Все-таки я их нашел, правильно? Это будет честно. Не гнев правит мной, а я гневом. Чего и вам желаю. Да. Блять, опять не туда. Сейчас я прочитаю. Спасибо за 50 рублей, Шамблер. В комнате с кубом есть рисунок мелкий. Что он делает? Изображение D6, D20, D4. Таблетки, забудь меня. Если действие на всю карту, она будет отображаться на одну вариацию точно. А, блядь. Да я, думаешь, помню D6, D20, что значит. В этом вся и проблема, чувак. У меня же, блядь, память, как у курицы ёбаной. Все, блядь, дорого нахуй. Собака Элэ Аплай слухай. Да какой ты лебедь. Так, гусь максимум. Сиди, не рыпайся. Пока чат еще согласен на дипломатию. Ебать ты охуевший. Я так понимаю, тебя мама ремнем, блядь, давно не наказывала, школьник. Иди, блядь, ребусы свои делай нахуй, которые тебе Марфа Петровна задала. А то завтра двойку схлопочешь, тебя батя опять ремнем ебать быть между ног. Умер. Мой, да? Или ты про своего? Соболезную, блядь. Значит, придет сосед. Мой, правда, умер. Unluckyч, блядь, на самом деле, полный. Ну, для него. Для меня, в принципе, тоже, учитывая, как я жил. Я думаю, это с батей было бы попроще. Так что всем не повезло в какой-то степени. Но больше, конечно, бате. Привет, Сергей, я твой единственный зритель. Сладкое варенье. Годами я создавал иллюзию того, что стремишь на большую аудиторию. Но вот в чем правда. Все эти люди в чате, и я сейчас, чтобы ты убедился в этом, я отправлю твою... Блять, я понял. Я знал, ребята, что у меня никто не смотрит. И все эти донаты и подписки, это все... Плод хорошо проделанной работы. Супер фан! Пройдет ли стример челлендж? Да. Давайте заново голосование, ребята. Проиграет ли стример на этом ране? А, блядь! Так, нужен новый. Не, подожди. Я же Грида обещал, да? Вот сейчас интересная ставочка будет на самом деле. Че, пойдем за Айзека Грида пройдем. На Айзеке. С него начнем. А грид это не ран? Нет, это не ран. А, нет, ну это типа ран, но для людей понятнее будет грид пометить, чтобы они не забыли. Потому что все-таки грид и ран крайне сильно отличаются друг от друга, и люди могут делать по-другому ставки в зависимости от, так сказать, ну, понимаете. В чем суть грида? Объясни, пожалуйста.
Мы будем сражаться в одной комнате с волнами монстров, получая за это бабки и всякую такую хуйню. На эти бабки будем покупать всякие шмотки, сейчас ты увидишь, и проходить дальше. Цель — победить босса Грида и заполнить автомат в конце деньгами. Чем больше мы заполним, тем больше анлоков получим. Это вкратце супер. Стример как финансовая пирамида, каждый раз говорит, что большие шансы выиграть коины, и в последний момент он вытаскивает челлендж, и ты остаешься без коинов. А ты сюжет сам понял и где-то изучал? Насколько я помню, чтобы не спиздеть, я все понял сам. Однако, я все равно читал небольшое объяснение сюжета, нормальное, блядь, не от каких-то ебланов на Ютубе, вот. Из той информации, которая была такая в официальном комьюнити, и просто дополнял ее какими-то нюансами. Но в целом я понял все правильно. Хотя вот некоторые финальные вещи я уже немножко подзабыл, честно говоря. А там же на самом деле все очень просто. Если ты играешь. Блять, ребят, когда ты столько играешь в игру, ты как бы все запоминаешь, все понимаешь и понимаешь, откуда ноги растут и к чему, блять. Да, покивай мне еще за.